Ну, ничья на выезде, в принципе, в стратегическом плане, как бы, ну, нормальный результат. Ну, конечно, качество игры хотелось бы немножко, чтобы было другого уровня. Ну, и еще раз, хорошо, что не проиграли, но над качеством будем работать. Дякую. Головний тренер футбольного клуба «Торпедо Белас» Вадим Михайлович Бразовский. Казахстан. Ребята, в принципе, выполнили установку. Сегодня она была таковой, что играть с позиции силы, задействовать и фланги, как и соперник позволяет, атаки по центру. И, в принципе, ребята старались до последней минуты, и были моменты. Здорово сыграл Олегов Мичев в атаке «Динамо Брест». Хотя мы пропустили одну контратаку, может, там их было чуть больше, на одну острую, когда мяч попал в штангу. А так, в принципе, были моменты, были, много было передач, низом в основном старались меньше сделать передач верхом, акцент был на установке, на игру низом на быструю игру. В принципе, она получалась, но не могли не смогли реализовать все моменты. Ну, в основном там вратарь здорово сыграл «Динамо Брест». Дякую. Когда у вас капитане? Александр Вунин, гол сбай. Вадим Михайлович, такой вопрос. В команде нету какой-нибудь атмосферы такой гнетущей, потому что команда не может выиграть уже в котором матч? Давайте вспомним, «Шахтер» мы проиграли в добавленное время. Я не думаю, что это было что-то там сверх такое угнетающее. С «Белшиной» мы вели 2-1, 2-2 сыграли. Я тоже не думаю, что там что-то было. Вы сегодня по игре увидели азарт, желание. Никаких проблем нет. Для меня нет. Спасибо. Дякую. Есть еще кайдаловское питание, коллеги? Есть питание, кайдаловское, Егор? А насколько сегодня у вас ощущалась нехватка Агара? Ощущалась нехватка Агара, потому что и Премудров, и Семенюк, ну, сыграли не так, как хотелось бы, не так, как должны играть опорные полузащитники. Все-таки Агар, он больше нацелен на отбор, на оборону, вот, и в этом плане его нам не хватало. Потому что, ну, середину поля так мы, в общем-то, проиграли. Дякую. Еще питание, коллеги. Калиновская. Владимир Борисович, такой вопрос тоже. Команда вот Гомель выиграли, вы сейчас ничью с «Торпедо». Команда научилась играть уже, можно общаться с прессой? Ну, мы общаемся, мы дали интервью после Гомеля больше, чем Батэ после Лиля. То есть запретов уже все нет? Нет, пожалуйста, общайтесь. Спасибо. Дякую. Еще питание. Есть коллега? Нема? Подякуем головному тренеру. На этом представлении наше завершилось.